седьмая, да, восьмая. Ты в ДД. Так, короче. По скринам там какие надо скрины? Открытая книжка заданий, урон твой в рекаунте и на фоне мертвого босса. Видео есть. И, по-моему, Red Frame еще нужно, чтобы были. Red Frame. Есть Red Frame, есть видео. Взять в таргет босса мертвого. Да тут все охуенно. Видос есть, там никто не доебется. И встать на левую ногу, блин. Два раза подпрыгнуть, да? Я проверил на готовность. Все на боссе будет. На боссе кисло. Кулачок дайте под друидом, пожалуйста. Стоп, секунду, адмирала суманите, пускай дать. Так, сейчас даем Геру и по максимальному брусу. Этот, в принципе, больше не хуй. Лёх, подожди чуть-чуть, секунд 15. Сейчас у нас такой второй колодец. Что, тут есть какая-то тактика? Бьёте босса... Адмирал, бахнуть. Бьёте босса, появляется трэш. Бьёте трэш, всё правильно. Трэш, сразу свечитесь. Чем быстрее он ляжет, тем меньше он гад пакости на нас накидает. Самая опасность дает, ну, дает трэш. С нашим дамагом трэш должен сливаться в секунды, блядь. Вот под босса просто подводишь, где милики стоят, и все, и рейндж держите там, чтобы поменьше вам урона влетало. Между собой и вообще. Ты это ШВшку говори, когда, то не знаю. Как по рейд фреймам, смотри, рейд начинает пускать. Можно пулять, я готов. Все, погнали. Давай, кисло, за тобой. Пол. А мобыча не там? Они индикационный мед. Не моту кидает. Таунт мед это магия. Опять перестало работать. То же самое. Кто-то подошел из оленя, что ли? Да, кто-то из оленя сплошь. Выйди, Кирс. Да? Сейчас взорвешься и бахнет. Кто вырастает, так больше. Их лучше отходить или сами. Дайте там этот ем на маночку. Адмирал, чё стоишь? Давайте беги. Ем на хп дать. Саклич бил. Где РДД зоны? Где? Хилы, хильте. Так, сейчас чтоб опять врубить проще сдохнуть, да? Моба, блять, под боссом. Быстрее сливайте. Рал, ты хилить будешь вообще, нет?
Можно ману дарану? Как-нибудь? Залейте инератом филам. Ардаден на фул ману все должно. Не бейте вы босса, мелочь лейте. Мелочь, мобов, блять, бейте. Приоритет моба, блять, потом босс. Чем больше мобов, тем, блять, меньше у вас маны. Где хилы, блять? Там, походу, нету хила. Я слева стою, вместо лицевой. Я сказал, определил каждого хила. Моб в рейде гуляет. Дашь швешку? Я уже давал. Вторая моба. Давайте бегите все. Гимн на хп еще один подайте. Только людей бежит. Хилите вообще? А все сдух. Да, летаем. Через 5 секунд воскрес. Если ты 5 не можете хилить, да? Ну ничто хилит на нас. Все равно не включилось даже после смерти. Нет, у меня включило. Дайте ману, пала. Трясайте, гимны на ману слейте, все тупите. Сразу поднимите рейд на фул, блядь. Чё люди с попол хп бегают? Моб стоит вечность. Нет, просто. Опять отключилось. Там мобы, блядь, под боссом стоят вечность. Сливайте, блядь, и будет моба. Чё? Третий моб появляется. 15 стаков, блядь. Короче, слабить. Всё. Еще мобов мелких, блядь, стоит под боссом, никто не бьет вообще. Блять, с нас задача слить мелких адов. Вы что творите? Ну вот он, там друид сзади стоит. Первый взрыв был не больно критичен, немного, наверное. Вот второй бабахнул, блять, весь рейд, кто-то прям шарахнул. Где этот олень ебучий? Дайте, да у меня у этого, у Нанекса вторгите, посмотрите. Ну правильно, если они будут забегать без манны туда, то их будут взрывать и взрывать нас. Их тут достаточно трех халиков, да. Чтобы они нас вайпали. Там дело в том, что там одного будет достаточно. Ты 5 отключается, у нас нет ДПС вообще. Мы по сути без сета бьем. Где он, блядь? Где он? Леснулся где-то. Пидор ебучий. Резать, еще в духах летаюсь. Рыбу ставлю, баф удалюсь. Разбафайте рейд. Кстати, рейд проседает, я ебал. Да конечно, если ты 5 отключилась, там все проседает. Спекайся в хила. Не спекайся в хила. Нет у меня сейчас хила. И, блять, ради первой каты я спек переделать не буду. Я все 3 спека на уках Эмс. Да и. Че у тебя 3 спека? На уках Эмс стоят. 3 танка, что ли? Да. Один с массакрой мастера аура. Второй по-другому.
куча разных. Народ, что не хватает? Там тотемы на ману ставите, все нормально? Еру дадите, бурстанете, блядь, нормально. Может, мне в хила спекнуться? Да зачем тут хилов? Он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь хилов, блядь. Вы что, шутите? Восемь хилов не отхилят 25 человек? Ну, проще будет, ребята. Да какое проще? Наоборот, блядь, дамага вообще не будет. Поехали. Готовность. Все, еру и бурстите. Больше урона бурстанете, тем легче. Алик, вы видите, сразу скажете. Ну, все, он зад будет... уже гуляет, хуярит тут. Надо, блядь, заберите. Уже минус один сделали. Ада, свичник. А должен уже быть слив. Ад появился. Отдавайте. А сколько маны надо держать? Больше 50%. Но это не получится, сразу говорю. Ну, у мага получится. Усиливается с Антея. Мим на ману сдал. Маба появился. Все по мабу. Ад очередной. Дальше его. Хитереть. Опять Алис. Ад под боссом. Все, минус Т5. Забейте. Петрини, блять. Бейте дальше. Где он? Расхиливайте рейд. Сразу минус несколько. Блять, нахуя вы взрываетесь, просиливаете? Им на хп, на ману все поотдавайте. У кого что есть. Летите все, кто подох. Рейндж, блять, больше держите, чтобы не дохли так, блять. Шотаетесь, там моба слейте ебучу. Да нету ДПС. Да есть для ДПС, все нормально, вы дохнете, блять, по тупости. Уже тысячу раз, блять, первую кату убивали. Второй моб появился. Резайтесь, бейте, блять, че вы стоите? Надо, убейте ебучу. Матери больше. И на раз солы пораскидывается, у кого маны нет. Надо главное слить. Конструктор 98%.
Милики, бить, тама, да. Добить ада. Молот появился. Через ада кливом играйте все. Ману просят. Тотемы ставьте постоянно. Все, что есть на ману, отдавайте. И нора, блядь. Сорок процентов ада. Рейндж держите и бейте. Дайте еще одну еру. А, да. Прохильте рейд, хилы. Люди стоят вообще без хила. Ад следующий по рейду гуляет. Хила бьет, вырезает. Ада под босса. Можно тут джипсы поставить? Блядь. Стоит джипс. Стояда. И два там. Ада, блядь. Я один упал, второго. Не хватает, блядь. Быстрее бить. Там 20 тел дохло, никак не убьют его. Да милики, блять, вообще не могут тут сдохнуть. По ним урон, блять, не проходит вообще. Сядь, нифиг. Если ты здесь, летим на гранд, хватит мне в личку спамить. Бьем, блять, мопа. Чё это вышло? О, моп появился, вот, забирай. Еще одну еру дали. Тивица массакру даю. Моба. Через моба клевание. Рейндж наберите. Чего вы все кучно так стоите? Наберите рейндж мне вот. Ебани сколько мест. Чем больше вы на рейнже стоите, тем меньше вам урона прилетает. Больше возможностей, что вас хилит. Ад, 70%. Хил. Все люди, которые вот стояли здесь, вот кучные группы ваши лежат, блядь, подохли банально за то, что вы стоите не на ранже друг на друга. А, да. 60% ад. Тридцать процентов босс. Кирс, ты устал бахать уже, а? Забирай. Ты не стой возле него, зачем? Ада, заберите. А куда я там стану? Тут больше не. В смысле, тут, блять, место, ебанись. Чуть левее стою, тут хилы. Чуть правее. Кирс. Иди с другой стороны, босса. Сзади, блядь. А сзади хила не будет.
Блять, алики что ли? Где алики нам? Ад стоит, обыслись быстро. Дайте все земным, все, отдайте на ману, на хп, блядь. Все, что есть. Мобы стоят, дохуя мобов под босса. Не успеваете сливать. Процентов у моба. Дай шевешку, если есть. Да. И по-моему она не вешается на рейд. Труп трумов. Мобы заливаем. Карлик прилетел. Ману. ТМ, блять, всю эту херню посливайте. Если есть инера, блядь. Всю подкату отдавайте. Ману залейте друг другу. Нелекс, половина маны, сейчас ты ёбнут. Килл то же самое. У меня 2 минуты лет. Процентов у босса ада сливается. Там милики должны за ТПСить. Главное миликов прохиливать, а когда там рез отдайте. Ад Фрейзи стоит, блядь, саму хуярь. Слышишь, нет? Ну, сало хули. Спрашиваю, слышишь? Да. Там джип стоит сбоку. Был, по крайней мере. Да. Восемнадцать процентов. Еру еще одну отдайте. Все есть кого-то. Моб появился, нарпал ее. Прыгнуть
прохилывает вообще. Дайте зим на хп отдайте, если есть. Не знаю, друиды спокойствия. Второй ад появился в первом стиле. Третий уже. Тут три. Мобов, блядь, не сольете, пизда будет. Байпер слишком. Пацан. Локи прохилится. Быстрее, быстрее, адов там открывается. Да. Он 16% доклива. Просто сносите это. Надо сносить просто и все. Еба. А ты 5 включается, когда духом рисуешься? Нет. Наплох там маленький, когда бегает. Пиздец какой-то. Пиздец. 15%, блядь, дайте еще веру, если. Чем меньше вас остается, тем, блядь, быстрее рит ложится. Этого моба второй вышел. Нелик в точку нажми, там отрядить ману. Моба 40%. Блять, кто там взрывает всех, приедет? Сразу по 5 человек ложитесь. Рейндж не берите, блядь. Вы стоите, блять, вы паника. Сразу резаетесь. Похи борстаните под боссом мобов этих ебучих. Босс 13%, блядь. Резайтесь и, блядь, добейте его ебучего этого босса. Чё ты, разверни его. Я уж стенку сейчас упусть. Я вообще весь красный. Там джив стоит. Я уже два раза красный, один раз починился и голова кончилась. Минут КД нарез.
Сколько КД? 15 секунд было. Слышал 15 минут, но не хуясь. Я тоже самое подумал. Не хуясь, я могу час резаться, наверное, тоже. Все, рейд более-менее живой, так что это нормально. Девять процентов босс. Дайте еще еру, блять. Охуяйте, кто стоит. Там мобов, если есть, там мобочка. Вроде нету, да? Он одного моба вообще завыйдет. Рейдит 8%. Еру и. 45 секунд нарез. Дим, там есть у кого-нибудь? Ресенс будет. Лёха, похиль Войда там. Бля, жизнь. Войда я бы сказал. Дай ему что-нибудь, бот какой-нибудь. Чисто. 5 секунд. Как он меня заколебал. 6% осталось. Ладно. Дим на ману дал. Просто босс охуярьте и все. О, сука. Хил. Все. Да. Серьезно? Войд. Ну чё на мне триады, Войд мёртвый. Два, да и бог, и хила, блядь, нет, пожимки, всё. Хуя на 5%. Не, ну а чё, нахуй, отключается эта хуйня, и ШВ на рейд не вешается. Нахуй эти пидоры приходят сюда. Вообще какая-то мразь ебаная. Вот, блядь, слов нету. Мне кажется, то, что опять отключается от того, что... Да надо, блядь, писать тикет. Чё это за хуйня? Один человек может просто постоять целый... Какой тикет, блядь, Асгарды нормально всё убивает, смотрел видос. В смысле, блядь, нормально, блядь? Нормально убивают. УСБ, блядь, мешает, ну видишь, не... Ну, потому не что кто-то стоит без маны, хуяк минус 5. Потом он резается, блядь, умирает опять минус 5. Ты в смысле, они без Т5 убивают? Ты об этом говоришь? Бивол, ману сжигает, резается... Понимаешь, мы резаемся, у нас маны мало. 10 секунд, и у тебя маны нету. Рейндж 30, на весь рейд набирайте. Может мне вармса, блядь? А там еще... Ребят, давайте я его сейчас сюда поближе вытяну, чтобы, блядь, побольше было места. Сзади тоже. Я говорю, рейндж наберите, хуй там плавал, блядь. Мало места, он, блядь... Сюда вот, блядь, можно залететь, блядь, даже стать на эту ебучую, блядь, гору и стоять тут, стоять. Да вот там стоял один, и один хрен просто, мана исчезает просто. Мана и подходит, заряжается, и потом понимаешь, мана-то исчезает, вопросов нет. Но зато ты, блядь, не взрываешь по пару человек, блядь. И ты опять не выключаешь. Да, и когда ты, блядь, этот... Т5 ровно в тот момент отключится, когда вы убьете своего союзника. Так ты же еще в танке. Мой танк дает только сейвы по рейду. Если я подойду, блять, буду танчить, то все милики будут дохнуть ровно столько же раз, сколько я дох. Ману сжигает, если у тебя маны нету, тебя взрывает. И вокруг тебя моб, и вокруг тебя, блять, все твои союзники просто взрываются. Бафы даем. Я не сдаю здесь и роды потом отдам. Я весь поломался. Кто сжигает ману? И как, блядь, им отбегать или чё? Убегай за стену. Раскидайте джипсы по кругу, чтобы люди смогли ремонтироваться. Даю проверку.
что за приколы? Тут вроде аликов нету, а ты 5 вырубает. Когда ты убиваешь? Ты своих охоту? Убиваешь. Так сейчас же никого не убиваем, оно вырубает. Слышь ли? Ты, блядь, когда взрываются люди в рейде, блядь, они убивают своих союзников. Вот, именно вот нет. Сейчас мы стоим, оно вырубает. А и что если там, один контрестер друид будет стоять чисто РДД хилить, не миликов, чтоб не подходил? Санты, готов? Ага. Человек, если там поставишь его тогда, где колодец стоит? Да, туда его. Рейндж, блядь, все вокруг босса набирают так, чтобы если вы даже взорветесь, блядь, чтобы вы, блядь, за собой не повели половину рейда, блядь, на кладбон. Ну сейчас встаньте и рассредоточьтесь. Сейчас Герус... будем стоять, где колодец, ребят. Сейчас Герус пула, все бурсты с пула. За боссом много места, встаньте туда еще. Ребят, ориентируйтесь на колодец. Босс поставлю, где колодец. Разошлись. Вокруг колодца все встаньте. Все, готово, где жужжим. Блядь, жужжим здесь, адмирал. Трочит где-то. Адмирал, Локи, Вага. Правее будет еще один колодец стоять. Все, поехали. Да сразу. Уже пахнет, блядь. Говорите, я один, когда ад будет. А чё будет? Уронили. Как, блядь? Все живые, блядь, одного воина потеряли. Я хуй знаю. Бейте активнее. Ад снова появился. Так, слейте. Сейчас лейте гимноману. Может этот адмирал. Элберл, через 10 секунд ты сливаешь следующий. У Санты шторы. Чипа Элберл, адмирал. Следующий этот Рости сливает. Адмирал, ты щитуешь, нет, или ты в чем? Он в другой стороне вообще стоит. Я до него могу дотянуться, значит он до меня может. Попросил щит, чтобы сдать гимн, блять, и меня ёбнуло без щита. Так, этот, сейчас, короче, Неликс, отдавай свой гимн. 50 секунд на рейс. Пиздец, что за ерунда. Придешь, этот Элбрил и рестнешься, отдашь свой гимн. Руиды и нарапа закидывайте, по тем, кого мана мало. Я как рестнер, щит мне нужен будет от ДЦ, потому что косты сбивают гимн. Без щита толку давать его. Ад. Через 5 секунд стою. Дай гимн на хп просто. Да.
Сейчас, короче, это... Обдалная ману дает. Отдал на ману. А этот... этот, как его, блядь, адмирал, давай на хпшку. Поднимаю весь рейд на фулл эх. Рейд на фулл поднимите. Кто там, блядь, взрывает все? Прохиливайте. Не взрывайте, блядь. Рейндж держите. Минус 6 человек ушло, кто взорвался. Ах, жужжен, жужжен. Так, если подкатился у кого ем? Понятно. Шаман тотем. Швешка есть? Да. Дальше вашку сейчас. Им на хп отдал. Рейнджи держите, Еру повторно дайте. Моба главное. Первым мобом. Босс там 25% добьем. Главное мобы вскрывать. Адмирал. Адмирал. Нахер ты меня взорвал? Даем массаку, короче. Моба, моба, моба. Товары, блядь. Говно, моба. Они там. Пиздец. Моба под боссом. Им на хп дайте. Моб, блядь, в рейде гуляет. Дар, дай тем, если есть, или им на ману подавай. Сейчас, секунду. Сука. Две минуты, КД нарез. Живите как хотите, дайте спокойствие. Бэрнуть может кто-то меня, нет? Все раз. Две минуты не вариант, вообще ждать. Все равно будет две минуты. Мобов быстрее. Мобов конструктора добили, второго. Быстрее, 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 блядь. Сейчас свалимся на 5%, будет куча еда, блядь. Ты дал тебе, короче, это. Ты дал, блядь. Предложений нет. Для жертвенности. Пятьдесят секунд. Хил, хил, хил. Все. Держись, твой, держись. Хилите меня. Если меня хилить, моя мана и хуй тогда закончится. Потому что хилится. Ресуешься, да? Ресуешь. Хилится. Захил Мишку. Ват, ват на себе. Забираю. Бафы.
сами. Бафы, 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 ребята. Капку дай пянец. Даю. Куда босс повел? Да, ты ж забрал, типа. Я, блядь, мастаун дал. Мобов, мобов. Мобов, мобов. Блядь. Да хуя мобов. ЧВ дал. Наберите ранее. Третий моб вышел, блядь. Ну быстрее. Рот, блядь. Тыкайте кнопку. Инструктор, блядь, следующий. Дал на ману гимн. Все, гимны на ману по очереди поддавали. Все можете вставать ресаться, блядь. Будет мана бесконечно. Блядь, тут сверху ебальники свои греют. Фридом, блядь. Да пол. Там берите моба с дарта. Хильте, 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 и этот трэш пейте, босс. Дайте этот. Гимна ману отдал. Все, и гимна хп сразу. Если есть. Есть процент. Дают на инжертивность на 8%. Спасибо. Как дают вы заколебали его. Меня убивать? Геру дайте, что ли, просто. Дайте еще ядро. Да. Я на Геру, но нет. Просто отец на 300 какого-то баха. Меня. Он не только тебя. Видите, 4%. 3. 2. Один. Все. Ура! Это считай, как два моба Алара слить. Стало. Как один. Ровно один моб. Плохо, что резаться столько нельзя, да? Нет. И в таким... Конкурно. Я 30 секунд еще. Какой Алар еще, блин? Она не защита. Пока надо фарм. Фетиш рольте. Фетиш рольц? Да, фетиш фарм. Упал. Среда, не давайте. Видосы. Что там кому надо? Скрины, все. Короче, ребята, открывайте книгу заданий, выбраны было. Боссы в таргет и в рекаунте. Себя в рекаунте. Кто с катой, кому надо? Ну круче. Так. Книгу заданий, да? Надо квест воткнуть. Рейд открой, потом книгу заданий. Рекаунт нет. А что видос есть, блядь? Если что прикрепить. Там несложно скрин сделать. Я все взял. Этот, кто тему создаст? Дарт, создаешь ты, короче, тему. Так, этот. Кого там есть начислять возможность? Кирс, начислишь всем по 2000. Сколько? По 2. Окей. Куда сейчас лететь? Так, сейчас, короче, начислят.